Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Дивкалион. Ной, греческой мифологии, сын Прометея, который посоветовал ему построить корабль, ковчег, благодаря чему Дивкалион с женой Пирой спаслись во время посланной Зевсом на землю потопа. Когда воды спали, Дивкалиону было сообщено божественное повеление бросать через плечо останки материи, в кавычках, то есть камни. Из камней, брошенных Дивкалионов, возникали мужчины, а из камней Пиры – женщины. Дивкалион был отцом Эллина, считающегося родоначальником греческого народа. Греки всегда называли себя эллинами, а свою страну – Эллады. Так возник новый народ, которым Дивкалион начал править. Оставшуюся жизнь супруги провели по одним данным в Апунте Лакрийском, а по другим – в приморском городе Кинос в Лакриде. По альтернативной версии, они поселились в Эпире среди молоссов и основали святилище в Додоне. Согласно Геланику, Дивкалион первым воздвиг алтарь, посвященный олимпийским богам. Лукиан называет его основателем храма Геры – Гелиополь. Дивкалион стал отцом множества детей. В исторические времена гробницу Дивкалиона показывали путникам в Афинах. Вот так вкратце о мифологическом герое Дивкалион. Пока-пока, до свидания.